Солнце, лето, пляж, набережные реки Волги для самарцев место знаковое. Сюда горожане приходят в поисках прохлады знойным летним днем. Мне понравилось, убрали много кафе, которые, ну, мешали, мне кажется, детям особенно отдыхать. Мне кажется, детских площадок больше появилось, мне тоже это очень нравится. Увеличить больше детскую площадку, как-то вот поинтереснее, что ли, даже песочницы те же поставить там как-то, чтобы для с детками выйти на песочек и именно вот там для них тоже поскакать, попрыгать. Не успели жители подумать, как городские власти уже запланировали на пляже специальные детские площадки. Там сделают более пологое дно, поставят качели, горки. Дети будут под пристальным вниманием спасателей. Кроме детских площадок, на самарских пляжах появятся скамейки, зонтики от солнца, спортинвентарь. Более 1000 единиц. Ну, у нас заключен муниципальный контракт на содержание всех 8 пляжей городских, которые, соответственно, предусмотрены паспортами. Двухразовая уборка пляжа и от мусора, и, соответственно, просев песка, подбор мусора, который будет в виде стекла, пэт-бутылок и всего остального. Как подготовлены набережные и пляж к летнему сезону, проверили депутаты городской думы. Кроме вопросов благоустройства, их особенно волновали вопросы безопасности. Обследован берег, уже все абсолютно водолазом проработан. Вот. И с точки зрения безопасности все обговорено со всеми соответствующими службами, организовано наблюдение. То есть все, как обычно, идет в штатном режиме. Официальное открытие пляжного сезона 15 июня. К этому времени должен закончиться паводок. Вода сойдет, тогда же разровняют песок, завезут оборудование. Водолазы еще раз проверят дно и установят буйки на воде. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События.